Здравствуйте, дорогие студенты. У нас сегодня общая характеристика вертолета Ми-8 МТВ. Вертолет Ми-8. Фамилия. Так, фамилия моя Насыкулов Умургазы Дельдебекович. Я веду планер вертолета Ми-8 МТВ. Цикловая комиссия. Цикловая комиссия специальных дисциплин. Так, у нас сегодня тема. Общая характеристика вертолета Ми-8 МТВ. Вертолет Ми-8 МТВ многоцелевой. Вот. Она применяется в народном хозяйстве. Широкое применение и в воинских подразделениях тоже широко применяется для перевозки десантов и грузов. И санитарная авиация и транспортирует грузы максимально до 4000 килограмм. Вот. На внешней подвеске он может перевозить грузы 3000 килограмм. Вертолет Ми-8, как я сказал, многоцелевой. Это улучшенный вариант, чем Ми-8, предыдущая его серия. У него двигатели, два двигателя снабжен ТВ-2-117. Вот. Каждый 2200 лошадиных сил. Вот. Он может совершить и улучшен хорда несущих лопастей. Вот. И имеет противопожарная система в двигательном отсеке. И обеспечен безопасность в случае пожара в кабине экипажа, и в грузовой кабине пожароопасность не грозит. Так. Далее вертолет могут совершать взлеты, посадки в самых трудных условиях наших горных местностей. Вот. Она эксплуатируется температура наружного воздуха плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия. Это значит от Северного Ледовитого океана до африканских стран. Так, далее. Вертолет Ми-8 имеет два подвесных наружных бака слева, справа и внутри.